Доброго времени суток всем. Вы смотрите очередной эфир авторского YouTube-канала «Современный разговор» с Расимом Бабаем. Сегодня мой собеседник, политический обозреватель, автор телеграм-канала «Бакинский бульвар» Ниджат Гаджиев. Здравствуй, Ниджат. Рад видеть тебя. Привет, Расим. Рад вновь тебя видеть. Как дела? Как поживаешь? Спасибо, спасибо большое. Ниджат, у нас сегодня мы видим преобразование мировых процессов, переустройство, новый передел мира и война в Украине, которая продолжается уже 4 месяца. Кстати, сегодня 22 июня, очередная годовщина начала, 81-я годовщина начала Великой Отечественной войны. У нас совпало с этим, с этой датой наш эфир. Это вот война, Вторая мировая, она сыграла большую отпечаток оставила в развитии современного человечества, и поменялись формации государственные, погибли многие люди, миллионы людей. Это все отразилось, мы до сих пор мы ощущаем ее наличие, так сказать, то, что это было. И сегодня мировая, значит, геополитика сегодня формируется, это, наверное, будет не лишне сказать, и, в смысле, я не ошибусь, что это на фоне войны, происходящей в Украине между Россией и Украиной. И многие как бы завуалированные оттенки тех или иных процессов, как лакмусовая бумага, всплывает наружу. Что сегодня, вот как ты можешь охарактеризовать то, что вот происходит сегодня в мире, в пространстве Евросоюза, в пространстве СНГ, вот эти вот 4 месяца, которые рвутся снаряды в Украине, как это вот сегодня отразилось и отражается на мировой геополитике, на экономике, на межгосударственных и межкорпоративных отношениях? Смотрите, мир до 24 февраля и мир после 24 февраля – это разные миры. А если вы помните, последний раз, когда я вам давал интервью, это было практически за 2 дня до начала военной операции России. Ниджат, я извиняюсь, Ниджат, мы с тобой давно коллеги и знакомы, давай на ты. Да, хорошо, без проблем, Расим. Да. Если ты помнишь, я тогда тебе же в интервью сказал, что я не думал, что начнется война. И через 2 дня началась война. То есть я ошибся. Но я не думал, что руководство России пойдет на такой масштабный шаг, который поменяет все. И сейчас мы живем уже в новой реальности. И эта новая реальность, она только лишь в процессе формирования. То есть мы видим, как инфляция на пищевую продукцию в мире растет. Мы видим, как цены на энергоресурсы растут. Мы видим вновь борьбу за сырье. Это все, как говорится, после распада Советского Союза отпало на второй, третий план в разных континентах. То есть в основном это были страны Западной Европы, Великобритания, США. А сейчас мы видим вновь то, как разные центры, исторические центры вновь возвращается в глобальную политическую игру. То есть, если раньше мы не видели конкуренции в Великобритании и континентальной Европы, мы это все читали по истории. Да? Первая мировая война, Вторая мировая война. До этих войн были всегда конкуренции между Парижем, Лондоном и Берлином, конкуренция Москвой. Потом появился как новый актор Вашингтон, когда была Турция, Османская империя. И сейчас мы вновь возвращаемся в игру, в эпоху войн и формирования нового мира. Что он нам сулит?
он сулит нам жесткую политическую конкуренцию, геополитическую конкуренцию. Мы в своем регионе будем видеть таких игроков, как Великобритания, США, Брюссель, Москву, ну, уже Москва, Тегеран и Анкара, они уже, как говорится, по факту уже есть. И эти все центры будут бороться и конкурировать в этом регионе за доминирующие позиции. Это новая реальность. Ее раньше не было. То есть Иран, Турция и Россия, они уже, как говорится, по факту здесь, в регионе находятся. То есть это те страны, которые имели исторические амбиции и желали видеть регион в своем фарватере. Поэтому сейчас мы на стадии формирования новой эпохи. Это процесс, который займет, я не знаю, возможно, 10 лет, возможно, 5 лет. При этом нужно учитывать, что с большими темпами в мировую геополитику сейчас включаются еще плюс такие страны, как Китай и Индия. Каждая из этих стран свой проект. У Китая, как известно нам, это один пояс, один путь. А у Индии это проект север-юг, железнодорожный проект, сухопутный проект. Потому что сейчас в морях, океанах будут идти войны за доминирующие позиции. Великобритания попытается вернуться в глобальную игру, то есть она возрождается опять. А США, в том числе Китай и страны Евросоюза, попытаются каким-то образом приостановить этот процесс. Насколько это у них получится, большой вопрос. Тем не менее, если посмотреть уже на экономику наших дней сегодня, мы видим инфляцию, мы видим высокую инфляцию в нашей стране, и при этом то, что правительство пытается бороться с инфляцией, но мы понимаем, и государство тоже понимает, общество тоже понимает, что это процесс, который не остановить, потому что это общемировая тенденция. Вот сегодня утром я читал информацию о том, что инфляция в Великобритании побила очередной рекорд 9,1%. То есть это прошлый век, конец прошлого века, то есть 1980-е годы примерно была такая инфляция. Турции выше 60%, 69% инфляция. Бразилии тоже, Аргентины тоже. То есть и нужно учитывать, понимать, что Турция, Аргентина, Бразилия – это еще и плюс, помимо там, политических центров, это еще плюс и пищевые державы мира. То есть если посмотреть на продажу сельхозпродукции Аргентины или Бразилии и Турции, то мы увидим, что они хотя бы в первой десятке. Ниджат, давай на время оставим геополитику в сторону, на время, и вернемся, как говорится, в наш регион, в интересы Азербайджана, а именно вот налаживание отношений, достижение мира с Ереваном, реализация Зангезурского коридора и реализация положений, которые были закреплены в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Как ты можешь охарактеризовать то, что сегодня происходит? Евросоюз подключился активно за последние месяцы. С другой стороны, Россия пытается модерировать. С третьей мы видим, опять же, митинги оппозиции в Армении. Как ты вот можешь на сегодняшний день охарактеризовать и выступление вот президента Алиева, Ильхама Алиева на последнем, прошедшем на днях в Азербайджане, глобальном Бакинском форуме. Вот его сигналы и, как говорится, обращение к армянской стране, к мировому сообществу о том, что надо ускорить все эти процессы, чтобы регион выиграл и начал как бы работать в полную силу, чем раньше, тем, как говорится, лучше. Я понял, Расим.
Я отвечу на этот вопрос так. Армяне пытаются интерпретировать в своем понимании девятый пункт трехстороннего заявления, и они думают почему-то, точнее, они пытаются преподнести Европе, там, я не знаю, и мировому сообществу о том, что по девятому пункту часть территории Армении, а именно железнодорожные там, и сухопутные другие маршруты, транспортные, грузовые маршруты, не становятся частью Армении, а становятся экстерриториальной территорией. Но на самом деле это не так, не совсем так. То, что Азербайджан называет коридором, Армения не называет коридором. Хотя давайте подойдем к вопросу так. Евросоюзу важно, чтобы Азербайджан и Армения договорились, подписали мирное соглашение и была разблокировка региона. Как это будет происходить, по всем формулировкам, там, то же самое заинвестиционный коридор и так далее, это все детали. Есть стратегическое видение Евросоюза. Стратегическое видение Евросоюза заключается в том, чтобы регион стабилизировался, страны признали свою территориальную, друг друга территориальную целостность, подписали мирное соглашение и зафиксировали определенную реальность. После этого они уже будут работать дальше. То есть это стратегическое видение Евросоюза. России важно, чтобы все это, то есть подписание мирного соглашения, делимитация и демаркация, там, разблокировки региона, открытие Зангезурского коридора и так далее, все это происходило под их эгидой, и во всех этих соглашениях в том или ином виде были учтены интересы России, и Россия так или иначе была зафиксирована так же. Вот, к примеру, я вам могу сказать, что Россия выдвигает такую инициативу, как то, что гарантом мира и стабильности в этом регионе. Это один из пунктов, который она выдвигает, это сама Россия. То есть, интересно, вроде бы тут как бы Азербайджан и Армения договариваются между собой, подписывают мирное соглашение, которое должно стать залогом будущего, будущих лучших отношений между Баку и Ереваном, но почему-то гарантом и не должна стать Россия. То есть, если завтра, по мнению России, в регионе что-то происходит не так, или, по их мнению, безопасность нарушена, или баланс нарушен, то все опять меняется. То есть ситуация откатывается к моменту, как это было до подписания мирного соглашения. То есть очень интересный момент, очень важный нюанс. Азербайджан и Ереван на это не соглашаются, не идут. Тем не менее, Ереван делает все, чтобы оттянуть вопрос Зангезурского коридора. Они не считают, что формулировки в девятом пункте от трехстороннего заявления, а именно беспрепятственное, там вот так и написано, Армения гарантирует беспрепятственное прохождение грузовых машин, гражданских машин и железнодорожных коммуникаций. То есть это очень важный момент. Принципиальное слово «беспрепятственно». Кто будет но мы видим, что оппозиция, которая выходит на митинги, в том числе и глава МИД Армении, они все время в той или иной степени вот начинают опять поднимать вопрос статуса Нагорного Карабаха. Что ты вот... С кем они будут говорить о статусе? Ну, вот, они поднимают статус Карабаха, да, окей, хорошо. То есть это, может быть, значит, премьер-министр говорит одно, глава МИД говорит другое. Это как бы идет опять игра в качели, что опять идет на то, чтобы, как говорится, тормозить процессы мирного урегулирования и мирного заключения мирного договора. Вот завтра Баку еще должен прибыть Лавров, глава МИД, да. России Лавров. Что это вот может какой-то внести какой-то вот вклад? Я отвечу на твой вопрос так, он очень емкий. Не будет никакого мирного соглашения, пока Россия в этом мирном соглашении не найдет
себя в этом документе. Обратим внимание на трехстороннее заявление, которое подписано. Миротворцы русские по четвертому пункту, российские миротворцы находятся в Карабахе. А по девятому пункту именно российское ФСБ должно контролировать этот Зангезурский коридор. То есть само трехстороннее заявление, которое есть, оно уже отражает интересы Москвы в том числе. Теперь, это один документ, от которого отталкиваются все. То есть и Москва, и Баку, и Ереван, и Брюссель, и Вашингтон, и Лондон, и все остальные центры, которые этим делом так или иначе заняты. Но уже в мирном соглашении в России, так таковой, как страны, окей, посредник может быть, но страны, гарантирующие этот мир, не должно быть. Если это произойдет, то можно будет считать мир временным до тех пор, пока в России будет считать мир миром, грубо говоря, в этом регионе. Брюссель же желает другого. Например, брюссельский процесс, он более динамичен, он более, скажем так, выгоден для Баку и для Еревана. Кстати, сам Пашинян тоже больше склоняется вести диалог и переговоры с Баку на основе брюссельской платформы. То есть это тоже очень отдельный важный нюанс. Видимо, в Москве ему не совсем и комфортно. И, видимо, в Москве ему ставят совсем другие условия. Поэтому он делает ставку на Брюссель. Это тут понятно, но главная фишка Евросоюза в данном вопросе является то, что Евросоюз имеет деньги, финансирование и проекты, при этом он готов финансировать как Зангезурский проект, так и совместные проекты экономического характера между Азербайджаном и Арменией. Он готов финансировать во многие другие инфраструктурные проекты, как в Баку, в Азербайджане, так и в Ереване. Вот, например, одним из главных проектов, вот уже в рамках Восточного партнерства, насколько я знаю, это приграничная торговля. Они финансируют разных предпринимателей, приграничных предпринимателей Армении, Грузии, Азербайджана, для того, чтобы жители приграничных территорий имели прямую торговлю друг с другом. Что позволяет этим народам больше контактировать с друг с другом, иметь личные какие-то контакты и больше все-таки сделать упор на не какие-то политологические нюансы, а на личную выгоду. То есть вот у Евросоюза есть такие программы. У России с этим проблемы. У России есть проблема определенная с финансированием. И есть определенная проблема с креативным подходом по решению конфликтов и проблем. Не только в этом регионе, мы видим это и сегодня, и в Украине. Поэтому, что касается процессов, которые идут сейчас на переговорах, то у России свое видение, у Брюсселя свое видение. Армения тянет время для того, чтобы показать, что у нее, как говорится, есть своя повестка. Однако, тут надо еще кое-что добавить. Во-первых, Азербайджан данный вопрос транзита в Нахчеван, оттуда в Турцию, он уже решил. Решил он через Иран. И железная дорога пойдет, и автомагистраль пойдет, и мосты будут строиться через Арас. Все пойдет через Иран, и будут новые посты в Зангелане, которые будут входить в Иран, а оттуда уже будут идти в Нахчеван, а оттуда в Турцию. То есть такие проекты тоже есть. Азербайджан сделал ставку в определенном степени и, грубо говоря, гарантировал обход Армении и вход в соединение с Нахчеваном через территорию Ирана. Иран играет, естественно, свою игру, у него своя повестка, у них своя часть между Баку и... Я немножко уточню вопрос. Как, по-твоему, процесс идет как бы распланированными темпами или же
тормозит, и что это мешает? А, тут такой момент. Я не считаю, что что-то тормозится. Я даже думаю, что Иран сейчас данный проект пытается осуществить опережающими темпами для того, чтобы опередить Армению, опередить Россию, Евросоюз и Москву. В чем проблема? Просто чисто экономическая конкуренция и экономическая и политическая конкуренция, и Иран таким образом пытается повысить свою роль. Я имею в виду процесс приближения момента подписания мирного договора между Баку и Ереваном, а не Зангезур и... А, что касается подписания мирного договора, опять же, поскольку мы с Арменией, то есть диалог Баку и Ереван напрямую отсутствует, а он есть при посредничестве Москвы и Брюсселя на сегодняшний день. То есть да, конкурирующих, том, конкурирующих политических сил. Конечно. То есть, причем два взаимоисключающих геополитические силы. У одних своя повестка в регионе, у других своя. Опять же, для Москвы важно, чтобы данное мирное соглашение зафиксировало роль России как главного миротворца, там, как главного гаранта этого мира и прочее. Для Евросоюза важно, чтобы Баку и Ереван зафиксировали мирное соглашение, которое они помогают. То есть они как модераторы, выступают в роли модератора. Они, с одной стороны, пытаются убедить Баку пойти где-то на уступки, с другой стороны, с Ереваном пойти на какие-то уступки и так далее. Но им не важно фиксировать себя, им важно сначала, чтобы был мирный документ, где страны признают свой друг друга территориальный интерес, а потом начнется самое интересное. И это самое интересное то, что Евросоюз через Ереван начнет выдавливать Россию с региона. Потому что конфликты решены, разблокировка пошла, Ереван и Анкара договорились, Ереван с Баку договорились. А теперь можно и сказать России: спасибо, ребята, вы сыграли свою историческую роль, а теперь до свидания. Россия это понимает и пытается зафиксировать себя как гаранта всего, что должно быть. И точнее, что прописано в трехстороннем заявлении и что будет прописано в мирном соглашении. Поэтому мы видим жесткую геополитическую конкуренцию, которая не дает процессу двинуться с мертвой точки, которую мы сейчас имеем. И выступление президента на Бакинском глобальном форуме так или иначе именно это и символизировало. Правда в том, что каждый увидел, как говорится, свое в этом выступлении. Но что самое главное, что вы увидели в этом заявлении международные наблюдатели, а именно, допустим, спецпредставитель по Южному Кавказу Тойо Глав, он опубликовал цитату президента Азербайджана из глобального форума, где, по сути говоря, президент говорил о том, что мы хотим мира в регионе. И это, кстати, очень важный нюанс, что Евросоюз, его спецпредставитель, зафиксировал то, что сказал президент. Ниджат, а как ты можешь, значит, дать оценку того, вот, к чему пришли стороны войны, конфликта в Украине, Киев и Москва, по итогам 4 месяцев боев, сражений, и сегодня, значит, противостояние между Западом и Москвой. Санкции и так далее. Вот как заявление, мы видим, что риторика меняется у французов, у британцев и так далее. Вот в начале войны было одно, сейчас другое. И как ты думаешь, как будет развиваться вот это вот военные действия вот на территории Украины? Мы видим, что Зеленский отказывается от предложений ряда и, значит, лидеров европейских о том, что
необходимо договариваться с Москвой. И в случае, что Украина что-то теряет территориально. Ленд-лиз, опять же, он пока еще не работает. Потом мы видим, что в полную меру, насколько вот оправданные, значит, высказываемые заявления российской стороны о том, что они справятся в военном плане, вот, как говорится, достигнут своих целей. И вот какие вот было заявлено в начале войны, вот что стороны получили, что они не достигли. Ну, смотрите, Расим, смотри, тут произошло несколько моментов. Во-первых, санкции, международная изоляция, все мы это прекрасно знаем, риторика меняется тоже. Но что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем страх Евросоюза перед своими избирателями, точнее, политика Евросоюза перед своими избирателями из-за угрозы того, что Россия будет вводить какие-то ограничения по ввозу зерна или там каких-то продуктов, пищевых продуктов. Кроме того, допустим, Германия заявляет о том, что у них проблема с энергоресурсами, с газами, и это мы тоже все прекрасно знаем. Однако, тем не менее, стратегическое направление о том, что Украина не должна в этой войне проиграть, на Западе уже принято. Теперь, что мы имеем? Евросоюз и страны Евросоюза нехотя, неохотно дают Украине какое-никакое оружие, современное, может быть, частично даже старое, и что дает Украине сопротивляться. Россия не достигла своих главных принципиальных поставленных задач. Это важно понять. Россия не может продвигаться дальше. Этому способствуют объективные причины. Во-первых, людские ресурсы. Она не объявила была и мобилизацию, как нам всем известно. Во-вторых, главный момент – это то, что, как оказалось, Министерство обороны России и ее кадровый офицерский состав оказался не настолько высококвалифицирован для того, чтобы ввести четвертое поколение. Это совсем разные вещи, это совсем другое измерение. То есть Россия ведет войну времен там, Второй мировой войны, лобовые атаки, там, фронтовые танковые дивизии и прочее, прочее. А это сегодня сейчас не работает. Это первый момент. Поэтому она не может достичь успехов, потому что украинская армия, которая подготавливала все 8 лет по образу НАТО, правда, у них нет такой комплектации и вооружений, она более эффективно может сопротивляться. Да, она отступает, безусловно. Россия – это все-таки мощная страна в военном плане, и она, у нее есть определенный карман для того, чтобы она двигалась. Однако мы сегодня видим то, что ее продвижение она остановилось. Поэтому я не вижу, что война завершилась быстро. Это будет долгая война. Я бы даже сказал, что ближе к зиме будет понятно, на чьей стороне стратегический перевес. Много будет зависеть от того, как будет работать ленд-лиз. Будет ли он работать вообще. То есть он принят уже как почти что месяц, но он до сих пор и не осуществлен. Да, то есть он ближе к августу, и они получат первые поставки тяжелого вооружения под ленд-лизу и так далее, и тому подобное. Франция, там, Германия начнет поставлять свое тяжелое вооружение. Но мы видим то, что сегодня Россия, с одной стороны, не может продвигаться, с другой стороны, Украина тоже не может пойти на контрнаступление. То есть определенный есть паритет на фронте сегодня. Это главное, что мы можем сегодня зафиксировать. С другой стороны, есть вопросы, касающиеся того, что Россия открыта, и можно считать, что даже она где-то угрожает
страны ЕС о том, что она не может в этой битве проиграть, поскольку она ядерная держава, она может использовать тактическую ядерную бомбу. Мы это слышим со стороны не из официальных, естественно, ведь, а с уст разных политологов, экспертов, там, журналистов, пропагандистов и так далее. То есть это тоже важный момент. Но мы увидели также то, что вот это главное, что на сегодняшний день надо зафиксировать, то, что европейские лидеры приехали в Киев с одной повесткой, а уехали с другой повесткой. К примеру, они ехали уговорить Зеленского сесть за стол переговоров, а уехали с тем, что они будут поддерживать Украину, они выделят им финансирование, они выделят им тяжелое вооружение и прочее, прочее, прочее. Отдельную игру тут имеет роль Великобритания и лично Борис Джонсон, который тоже недавно был в Киеве. Что мы можем сделать из этого всего? Мы понимаем то, что Украина сдаваться не собирается, она будет бороться до конца. У них просто, как я слушаю, разговаривают с украинскими экспертами, с украинским обществом, с определенными экспертами и так далее, и слушаю их спикеров, главных, что называется, говорящих голов, никто из них не готов ни на какие территориальные или какие-либо уступки. То есть с эмоциональной точки зрения они готовы воевать до конца. Интересные события также происходят и на, значит, пространстве СНГ в связи с событиями, в связи с войной в Украине. Мы все, значит, помним выступление президента Казахстана Токаева на Петербургском международном экономическом форуме. Значит, оценки его выступления диаметрально противоположны. Что ты думаешь по этому поводу? И вообще вот отношения России вот с другими странами СНГ. Какие изменения происходят в свете, значит, роста цен на энергоносители, в свете войны в Украине и вообще изменяющейся геополитики? Акцентов мировых. Ну, начнем по Казахстану. Это главная тема. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском экономическом форуме, сделал ряд очень важных заявлений. Это мы все читаем, это можно почитать в прессе. Что он отмечал Маргарите Симоньян, что говорил. Очевидно, если исходить из его заявлений, видно, очевидно, что в отношениях между Москвой и Нур-Султаном есть определенные проблемы. Москва не может у Казахстана добиться того, чтобы она играла роль обходной двери санкций. У Казахстана своя повязка, у них своя экономика, у них свои проблемы, и эти санкции так или иначе могут ее тоже коснуться. Она на это не идет. Она это прекрасно понимает. Если мы помним, примерно 3 месяца тому назад был визит главы администрации президента Казахстана в Брюссель. Тогда глава администрации Токаева заявил о том, что Казахстан будет поддерживать санкции. Он не будет нападать на двери. Что вызвало и собственные проблемы. Теперь у Токаева, президента Казахстана, своя повестка. Ему сейчас нужно на выгодных условиях, в условиях, когда один из главных торговых партнеров, а именно Россия, имеет проблемы с ней в торговом обороте, договориться с Брюсселем и с Вашингтоном и с Пекином на новых условиях. Это очень важно. В условиях экономических проблем и так далее и тому подобное нужно все заново пересматривать. Бывшая конфигурация, как мы отметили вначале, она уже исчезла. Мы видим, как Россия остановила прокачку через трубопровод Новороссийск, а взамен Казахстан прекратил, запретил транспортировку угля, который должен был идти в Индию. И тут мы видим налицо экономический
конфликт между странами. То есть страны сейчас не находятся, отношения двух стран не находятся на самом высоком уровне. Есть проблемы, и у Касым Жомарт Токаева своя экономическая повестка, соответствующая ее национальным интересам. Поэтому между государством проблемы, и эта проблема, я считаю, что будет дальше углубляться. Я не считаю, что Симонян, ее муж Кеосаян, и там Кадыров, и либо какие-либо другие депутаты, Затулин, депутаты, деятели, как сказал Токаев, говорят эти слова о Казахстане, о том, что и, по сути, угрожают ей украинским сценарием просто так. Это потому, что им так хочется. Это очевидные сигналы, которые идут из Кремля в сторону Нур-Султана. Вот, собственно, так. Что касается отдельной ситуации в странах СНГ, то в разных странах происходят разные социально-экономические процессы. Мы видели месяц тому назад тяжелую ситуацию, по сути, которая имела все риски выйти из полного контроля в Таджикистане. Мы видим, как... Я имею в виду их отношения с Россией. Тут очень сложно, Россия, на самом деле. Потому тут очень что сложно. Многие из них должны вот свои взаимодействия с Россией, опять же, вот как ты сказал, корректировать, исходя из, значит, требований США поддерживать санкционные ограничения, потому что если они будут сотрудничать с Москвой экономически или как-то, то они тоже могут попасть под вторую, третью волну санкций. Между Литвой и Россией случился казус в Калининграде. Российские СМИ писали о том, что также, что Грузия повысила ставки там за транзитные перевозки, что это тоже против России направлено. Что ты по этому поводу скажешь? Расим, скажу сразу, любые санкции, да, против той или иной страны, это не только ограничения, но это и возможности для других стран. Допустим, для постсоветских государств, как бы это парадоксально ни звучало, в том числе даже для нашей страны, созданы определенные условия и есть определенный шанс улучшить свой товарооборот с Россией. Россия, к России можно относиться по-разному, ее можно, как говорится, любить или не любить, но это огромный рынок экономический, и это и с ней торговать выгодно. Как мы видим на примере ряда государств, допустим, зачем мы будем говорить только лишь об СНГ, есть еще, допустим, Турция, которая не ввела никакие санкции против России. Почему? Потому что она видит в этом для своей экономики шанс. Теперь для стран СНГ тоже есть определенные шансы улучшить свои торговые отношения с Россией. Россия сейчас ограничена в инвестировании и вывозе капитала в страны Запада, но у нее есть возможность, огромная перспектива инвестировать в Таджикистан, Азербайджан, в тот же самый Казахстан и так далее. Что касается Литвы, тут тоже очень интересный момент. Литва заявляет о том, что это санкции, которые ввела ЕС. В то время как ЕС говорит, что мы такие ограничители и Литве не ставили. То есть казус, казалось бы, вроде бы Евросоюз должен поддержать Литву, но не поддерживают. Тем не менее, жизнь России на постсоветском пространстве и ряд государств, они будут осложнять. Что касается Грузии. Грузия увеличила за транзит через свою страну, да. Однако эта страна вообще не ввела никаких своих санкций в отношении России. Центральная Азия ситуация еще хуже. То есть одним из важных индексов формирования бюджета – это деньги, поступающие от мигрантов из России. Поэтому я не считаю, что они будут подключаться к санкциям. Наоборот, они будут увеличить свои торговые обороты, и это для них определенно есть возможность. Возможно, укрепить экономические отношения с Россией, с Москвой. И США тут ничего не сможет противопоставить. Другой момент – это Китай.
Да, в Центральной Азии влияние Китая растет и будет расти. Это отдельная история. Но что касается России, то я считаю, что роль России на постсоветском пространстве будет расти. Ее товарооборот с постсоветским государством будет расти. И инвестиции тоже будут расти. Поэтому в ближайшие 3-4 месяца мы это увидим даже в Азербайджане. Спасибо большое, Ниджат. Было очень приятно тебя слушать. Спасибо большое, Расим. Рад был тебя видеть. Вы смотрели интервью с политическим обозревателем, автором телеграм-канала «Бакинский бульвар» Ниджатом Гаджевым. До новых встреч, Ниджат. До новых встреч, уважаемые зрители. Спасибо.